지금 뭐 하십니까? 어떻게 딸 돌아가고 똑같이 엄마가 누워있어 이렇게? 응? 소피아 뭐야 이게? 뭐 하는 거야 지금? 응? 도대체? 안젤리나 뭐 하는 거야 지금? 뭐야 이거 엉덩이들 봐봐 이거 엉덩이들 봐봐 이거 응? 저 다리 돼요 돼요? 네. 김소비야 어? 어디 와 있어 우리? 지금 광교호수공원 왜 봤어 여기? 뭐 이유 하나 있겠어 여기 앞에 놀이터 있는 거 보면은 김만젤리 나 때문에 오지 뭐 Да, мы собирались на море на выходные. Ну, что-то так влом было ехать. И мы приперлись просто в парк наш. Кстати, на море уже нельзя кататься. Да, здесь что-то трава какая-то не подстрижена. На море купаться уже запрещено в Корее. Сезон закончился. Когда заканчивается сезон, воду никого не пускают. 물에 갖고 노시는 아줌마가 한 분 계십니다. 아이 아줌마. 이모 이거 장사하셔요? 우리 좀 살래요. 안젤리나 друзей заманивает таким способом. Заинтересовавшиеся вот так подходят. Знакомятся. И вот такой вот клуб по интересам у нее, да? 소피아, 너 여기 재미있어요? 할 게 없는데. 어디 가고 싶은데? 어? 어디 가고 싶은데? 나 PC방. 에? 어디? PC방. PC방 왜? 가서 뭐해? 게임하고 싶어. 게임? 어. 집에도 게임? 아니, 집에서 하는 거 너무 재미없어. 왜? 뭐가 달라? 약간, 그냥. 컴퓨터가 되게 크잖아. 크고 이거 방법도 다 다르고 그 화질도 다르고 그리고 뭔가 더 진짜 같아. 그리고 막 이렇게 막 헤드셋 끼고 막 이렇게 얘기 막 하면서 막 이렇게 얘기하면서 막 하니까. 면이 걸렸다. 아니야. 뭐가 아니야? 나 어저께 처음 이거 면이야. 게임도 소피야 마약이야. 알아. 마약. 아, 나 근데 그렇게 막 너무 막 하고 싶은 거 아니고 그냥 조금씩 재밌어. 난 취미로 할 거야, 취미. 원래 처음에는 다 조금 재미있어요. 나 한 시간밖에 안 했는데. 처음에는 다 한 시간씩 하지. 야, 핸드폰 게임 이제 안 하고 있어. 하고 있는데? 아, 아침에 봤는데. 아침에 오늘? 오늘? 나 오늘 아무것도 안 했는데? 그럼 어저께 저녁에. 어저께 저녁에 희원이가 한 판 하자고 해서 한 판 했는데 한 판 하고 바로 죽어가지고 그냥 안 했는데 알았어 Вот такие вот дела, товарищи. Детей воспитывать довольно сложно в таком возрасте. Переходный возраст уже начинается. Запретить совсем играть в компьютерные игры вроде как не демократично. Пустить все на самотек вроде как безответственно. Что делать? Вот каждый день и думаешь в каждой ситуации, что делать, как быть. Как и свободы дать достаточно, и в то же время предостеречь от чего-то, предохранить. Не знаю, пока она делает все, что хочет. Вы многие спрашиваете меня, как у нее состоялся кастинг, интертеймент, вот эти компании. Вот, в общем, она сходила только в одну. Ей там сказали, поставили какие-то кучу условий там, и от канала отказаться, и то, и сё, и сё. Но это муж так рассказывает. Вот. И он сказал, что чуть попозже, когда ей будет немножко больше лет, тогда мы придем снова. А во вторую компанию в СМ она просто не пошла уже. Она говорит, мне это не интересно. Ну, не знаю. Я не могу сейчас ничего сказать, интересно ей это, не интересно, у нее сегодня одно, завтра другое. Да, там кастинги проходят не в какое-то ограниченное время, а просто если тебе пришло приглашение, то ты, когда хочешь, сам приходишь и как бы, и все. Слайм кафе, да? Да. Мы находимся рядом с домом, вот станция, наше метро.
крайняя, последняя станция метро вообще. Мы живем в самом Кукуево. Ага, там, говорит, есть кафе слайм, слаймов. Что за кафе такое, может быть, не знаю. Видите, как корейцы поступают? Просто бросают вот так вот. Нехорошие редиски. Амбоя. Это здание только построили, и только начинают открываться в нем какие-то заведения. Так, у нас здесь район новый, все только строится. А что мы сюда пришли тогда? Ширинда. Слайм кафе? PC-бан. Да, PC-бан это компьютерная комната. Их здесь очень много. Видите, вон там тоже написано большие буквы PC английскими буквами. И в каждом здании практически есть огромные вот эти вот PC-баны. Я не знаю, почему, зачем. У каждого дома сейчас есть компьютер, естественно. Но вот Софья говорит, что в PC-бане играть в игрушки намного-намного круче. Сейчас посмотрим, чем же там круче. YouTube, 네이버 그런 거 다 할 수 있어. 엄마한테 유튜브 하라고 거기서? 응. 거기 할 게 없는데. 그렇지, 모니터가 이만하다니까? Мне только молодость вспомнить. Когда только приехала в Корею, мы зависали в этих PC-банах постоянно. Там я и обучалась вообще компьютеру. Там первый раз я завела свой ящик на Mail.ru в 2001 году. Здесь можно жрачку всякую заказать. Столько народу. И все, одни подростки. Такие, как Софья. Возрастом и чуть старше. Кто на это, Аня? А, ильтан хаго, когда мы кисан хаго. Монет очень тяжело. Чинча кузи, иване. Кои клиент. TV. О, вообще целый кинотеатр, огромные мониторы. Кресло. А, чунчанги есть. Окей, можно подзарядить камеру здесь. Да, он там бачен. 여기 아니야? 이거 아니야, 이거 아이폰. 아이폰? 아니네. Тут есть для айфона и для Samsung, но такая старая еще. Новые модели уже по другой подзарядке. 이게 뭔가 신기해. 아유. 해가지고 이걸 이제 이게 헤드셋이야, 엄마. 헤드셋처럼 이렇게 하지? 이렇게 한 다음에 이거를 이렇게 이렇게 하는 게. 그게 뭐가? 신기하지 않아? 이해가 안 가시네. Все играют в игрушки. 다 게임 하네. 게임도 하고 유튜브도 보고. 로그인했는데 왜 갑자기 이게 있다? 아, 돈을 먼저 내야 돼. 막 처음만. 1,000원을 넣어보도록 하겠습니다. 일단은 이렇게 한 다음에 이름을 검색할게요. 김소피. 소피. 야. 그 다음에 돈을 넣어주셔야 돼요. 넣어주세요. 펴주시고. 됐다. 됐어요. 됐다.
이제 이렇게 가입을 하면은 이렇게 상품을 주문할 수가 있어. 이제 우리 이렇게 보다 보면 되게 배고프거나 하잖아. 그러면 이제 이거 눌러? 그러면 일단 인기 상품 이렇게 나오고 이렇게 다 끓여줘. 다 만들어주고 그리고 갖다 줘? 어. 음료수 이렇게 하고 과자. Можно прям вот вы сидите, играете в какую-то игрушку, вам в лом куда-то идти. Просто нажимаете на одну кнопку, заказываете здесь любую еду, и вам ее приносят. Ламен. Круто. Ламен так курят, вот так. Нифига себе, даже блюдо готовят здесь, смотрите. Кимчи могут быть туда. Да, заказывать, они там все делают и приносят. Топпинг, который вы китайцы, чуба канунье. Чикен. Чикен. Короче, целый ресторан. Кафе, кофе. Кофе любое, всякое разное. И он говорит, да, нулогаджиго, я говорю, хегаджиго, коллег сантакеса сампу чуманами, дава. Тюва, удя, тюва. Кромщики. Уйти, кроме того, тунджиго, пахамен, богу, я говорю. О, ты 너 무슨 게임 하는 거야, 근데? 배틀그라운드. 배틀그라운드? 뭐야? 어, 제일 유명한 게임. Я не знаю, потому что я ни разу в своей жизни не играла в игры, и мне это вообще неинтересно. Я не представляю, как можно убивать свое время в игру. ID는 보여주면 안 되잖아. Мне время жалко. ID 이거 보여주지 말게. 알았음. Все, Софья начинает играть, я ухожу. Для меня это самое-самое скучное, что может быть в жизни, игрушки.